Великобритания должна определиться, сколько она готова заплатить за разрыв отношений с ЕС. Об этом заявил главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье. Сегодня прошел второй раунд переговоров по Брекситу. На каких условиях Европа готова отпустить Туманный Альбион, расскажет Алексей Пшимыский. Уйти по-английски не получится. Евросоюз требует от Великобритании заплатить за Брекзит. Речь идет о налогах и инвестициях, которые недополучит евробюджет. Сегодня в Брюсселе второй раунд дискуссий провели британский министр по бракоразводному процессу Дэвид Дэвис и главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье. До последнего журналисты не знали, состоится ли пресс-конференция. Однако чиновники все же вышли. На прошлой неделе Британия признала, что у нее есть финансовые обязательства, которые нужно закрыть. Свои обязанности признает и Евросоюз. Только после того, как мы четко определим их, мы сможем продолжить переговоры. Наша цель – осуществить выход Великобритании правильно, а для этого нужно заплатить по счетам. На какую именно сумму ЕС выставил счет Великобритании, не разглашают. Однако по разным оценкам развод может стоить Туманному Альбиону от 65 до 100 миллиардов евро. Еще на прошлой неделе брюссельскую математику прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что Европа может получить поворот от ворот, оставшись ни с чем. Однако сегодня его коллега был куда сдержаннее. Наша позиция едина в том, что необходимо определить финансовые обязательства друг перед другом, однако сделать это в рамках закона и в духе взаимного сотрудничества. Чтобы достичь успеха, обеим сторонам нужно быть готовым к уступкам, однако не стоит ожидать мгновенного прогресса. У Великобритании к Евросоюзу тоже есть финансовые претензии. Речь идет о части активов Европейского банка и недвижимости. А недавно в Лондоне заявили, что будут претендовать и на часть бутылок из именитого винного погреба Европейской комиссии. Пока что же напитки откупоривают лишь посольство Великобритании в Брюсселе. Туда после переговоров отправились Дэвис и Барнье. Известно, что в меню вельская баранина и шотландские морские гребешки. Продукты, без которых Европа рискует остаться в случае, если Брексит так и состоится. Из Лондона Алексей Пшимыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.